Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт и проходить карту Мертвая тюрьма. Если вы помните, в предыдущей версии этой карты, в последней серии с этой картой, мы перешли эту стену, как бы тут была ограда, да, мы связались, включили 4 генератора, чтобы включить силу напряжения, как бы в тюрьме. Связаться с людьми, они выпустили нас отсюда, и мы тут были, тут у нас был человечек в машине, да, и тут у нас был какой-то грузовик, мы туда зашли, и все. Я сначала не понял, конец это или нет, но потом нам написало конец, ну, как бы, потом я понял, что это конец, как бы, карты, да, мы прошли ее, но вот, ребята, нашел я новую версию карты, как бы продолжение карты, да, и в принципе это отлично. Как видите, сейчас уже там есть проход, можно пойти дальше, и в принципе сейчас мы как раз туда пойдем. Продолжение там у нас, я еще раз скажу, в прошлой серии, в прошлой версии там у нас был грузовик, и как бы мы туда зашли, и все, нас ты поехнула в переднюю часть грузовика, и как бы все, мы в безопасности, да. Но нашел я новую версию карты, как бы та карта была на старую версию на старую версию Майнкрафта, да, а вот это уже новая 1.7.4, и как бы мне удалось перенести все свои вещи сюда, чтобы заново не проходить карту. И в принципе давайте продолжим ее проходить, да. Это у нас будет уже вроде пятая часть этой карты. Охренеть, какая большая карта. Ну как бы это уже продолжение, да. Ну что, сундук. Вещи можно все-таки еще взять. Вещи. Так, шарпность 3, кнокбэк 2. Нет, все-таки лучше вот это. Может пригодиться, в принципе. Фу, ну что ж, давайте прочитаем. The virus is different from person to person. Medical bomb, короче, про вирус, да, вот этот объясняет все, все заражены, как бы, да, заключенные. Ну, в принципе, нам удалось убежать с тюрьмы, и поэтому давайте продолжаем. Я не знаю, что там будет дальше, но давайте продолжим. А тут у нас уже большая куча зомби, и все больше и больше. Так. Можно выбраться отсюда. Можно. Фу. Так, отлично. Что вот сейчас нам? Ну, как бы мы выбрались из тюрьмы, да, тут у нас, как я понял, какая-то дорога потом будет на транспорте или что-то такое. Так, это у нас еще транспорт. Это мой. Так, там кто-то идет. Это мой персональный сундук. Да, можно сюда все хранить. Давайте поскладываем немножко вот этого. Это как бы эндер сундук, поэтому. Вот так, да. Итиналзы. А, safe house, как бы это дом, как бы safe house, да, отлично, все. Что нам сейчас делать? Ага. The car has the case, but needs. А, как бы. Car имеет ключи, но нужно топливо. 3 топлива. Найди топливо и скинь их вот сюда. Понятно. Ну, как я понял, там у нас прохода нету. Есть у нас проход вот тут. Значит, нам нужно идти сюда. А, и мы, в принципе, сюда пойдем. Поехали. Что тут у нас будет, я не в курсе, но как я вижу, тут есть какая-то дорога, да, нужно идти туда, следовать сюда, как я понял. И тут уже у нас какой-то городишко есть, тут уже как бы не тюремщики, да, а как бы уже нормальные люди в одежке, с мотыгами. Хреново, что у меня заканчивается меч, как бы сейчас он сломается. А зомби просто нереальная куча. Ну да, в принципе, это же деревня. Так, иди сюда.
Еще раз иди сюда. Ну, в принципе, деревья тут должно быть топливо 100%. Так, домик. Так, ну коров мы убивать не будем. Фьюэл. Отлично. Одно топливо у нас уже есть. Еще домик. Ну тут, наверное, все рядом будет. Или нет? Как бы. Да, еще одно топливо. Если у нас уже два топлива, тут еще есть дома. Да, еще один домик, значит, тут еще одно топливо будет. Отлично. Ребята, как-то мы быстро нашли топливо. Даже слишком. Яркость. Где тут у нас яркость? Яркость у нас на максимуме. Может, если сейчас ночь, допустим, будет, да? Ну что ж, нам там написало скинуть сюда топливо. 1, 2, 3. Ух ты, нас сразу тпхнуло. Как бы мы поехали, да, на машине. Я понял. О, ух. Надвигаются зомбаки со всех сторон. Немножко прилагало. Ну, как бы у нас, походу, опять топливо кончилось, или машина сломалась, или нам опять нужно что-то найти. Сейчас мы посмотрим, что нам нужно. Наверное, все-таки на машине опять будет написано. Но перед этим давайте раскидаем вот этих зомбарей. Главное, чтобы ночь не наступила. Это не будет очень хорошо. Да идите вы на тебе, еще раз тебе. Так, давай еще последний. Отлично. Так, да, все-таки тут что-то написано. Опыт пособираем. Так, что там у нас написано? Нам нужно найти один скрэл, я не знаю, что это переводит, как это переводится. Две батарейки, три части кар, машины и 5 топлива. Ну, в принципе, как я говорил, или машина поломалась, или опять бензин кончился, но оказалось и то, и другое. Фу, куда нам все-таки пойти? Тут у нас машины стоят, и тут у нас городишко какое-то есть. Мотел. Все-таки давайте мы сначала вот сюда забежим. Ух, сейчас нужно нам по этим всем комнатам лазить будет. Вот твою мать. Ух ты. Так, уже темнеет, как я понял. Не очень хорошо. Не люблю я ночью ходить. Ну, в принципе, выбора у нас нету. Фьюл. Так. В принципе, уже одно топливо у нас есть. Отлично, идем дальше. Так, тут у нас ничего нету. Сначала облутаем вот тут, нижние этажи. О, другое дело. Потом облутаем верхние этажи. А потом облутаем вот это здание. Что это там, гипермаркет какой-то или еще что-то. А потом машины облутаем, если, конечно же, там что-то будет. Так. Скрэл. О, отлично. Одну штуку мы уже нашли, но, в принципе, там только одна штука и нужна была. Поэтому это мы уже нашли. Теперь нужно еще... Не хватает 4. Так. Не хватает 4 топлива. 2 батарейки. И 3 части машины. Но топливо мы уже еще одну штуку нашли. Так, тут у нас ничего. Тут у нас тоже ничего. И тут у нас... И тут у нас одна часть машины. Отлично, ребята. Ух, попёрли. Стрел у нас пока что еще хватает, поэтому давайте все-таки еще облутаем верхний этаж.
принципе, лутануть его и так нужно. Так как без всех частей машины мы никак не поедем. Ну что ж, первая комната, сундук. О! Я думаю, 5-4 панчи. Да, я думаю, этот лук будет лучше. Тут немножко силы меньше, но в принципе как бы силы меньше, но больше всяких модификаций. Хреново то, что темнеет, поэтому нужно как бы... Ух ты! Железный меч. Чё бы выкинуть? Железный меч, ребята. Так. Сюда мы не можем пройти, сюда мы тоже. Так, идем мы дальше. Сюда мы можем пройти, можем, но тут ничего нету. Или все-таки есть, или я что-то не увидел. Да, нет. Ну, точнее, нету, да. Тут у нас тоже ничего нету. Тут у нас есть. Ух, отлично. Ну, в принципе, это еще держится, поэтому... Так, есть у нас тут еще проход какой-то. Ну, проход-то есть, а вот что-либо есть ли там. О, еще одна часть машины. Ух ты, золотой чувак. Золотой, но ни хрена себе не выпало. You don't touch my MATLAB, bitch. Чё не трогать? А, твои ингредиенты или что-то такое, да? Ладно. Что-то да ты тут все-таки нам дал. Как бы выпало с тебя. А, это вот этот чувак был, которого мы убили, золотого. Ага, значит тут у нас больше ни хрена нету. Или все-таки еще будет что-то. Ух, прилагал опять. Нет, ребята, тут у нас уже ничего нету, поэтому что нам не хватает? Ух ты, ту-ту-ту. Нам не хватает 3 топлива. Это у нас есть. Одна часть машины и 2 батарейки. Батарейки мы тут не нашли, но я почему-то думаю, что в принципе... Ух, опыт пособираем. Чтобы потом посмотреть, сколько у нас в принципе опыта будет. Уже 48 уровней. Так, тут у нас есть вход. Ага. О, там сундук. И батарейка. Не хватает одной батарейки, 3 топлива и одной части машины. Давайте мы еще вот сюда забежим. Тут у нас 100% что-то да будет. Так, покушать. О, сундук. Курица. И еще одну. О, еще сундук. Ух, еще одна батарейка. Что нам сейчас не хватает? 2 топлива. И одна часть машины. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. В принципе, действительно есть продолжение этой карты. Мне карта очень нравится. Так, окружили, заразы. Ух ты, это что у тебя зачаренное? А, ну, в принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В следующий раз мы будем лутать вот те машины, которые там на дороге стоят, так как нам, в принципе, еще не хватает. Так, что тут у нас? О, часть машины. Ни хрена себе, как хорошо, что я тут проверил. Ладно. Все, дорогие друзья, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, если вам понравилось. Вот то, что продолжение вот той карты. И, в принципе, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.